Всем привет, с вами Наталья Волкова, и сегодня я хочу показать вам самый бюджетный старт в компании BeFree. Это старт с 20 долларов. Итак, в компании BeFree есть две программы. Это Everyday и Afterhouse. Давайте начнем с программы Everyday. Она состоит из четырех матриц, но основная программа начинается с матрицы, где бизнес-место стоит 150 долларов. То есть это самая денежная матрица в этой программе. Здесь вы быстро возвращаете свои вложенные и уже с первой матрицы начинаете хорошо зарабатывать. Но не у каждого есть возможность сразу зайти с такой суммы. И поэтому компания сделала три предварительные матрицы, где вход 15 долларов, 30 и 75. Зайти в программу Everyday вы можете с любой из этих четырех матриц. Также вы можете зайти сразу с нескольких матриц. То есть, например, взять бизнес-место в столе 15 и в столе 30. Или, например, в столе 75 и 15. Или в 150 и 30. Без разницы. Если хотите, вообще можете во все сразу зайти, если у вас есть такая возможность и желание, и звать людей уже на любую матрицу. То есть без разницы. Единственное, что нельзя сделать, это именно в программе Everyday, это купить себе два бизнес-места в одной матрице. То есть, если у вас уже открыт стол на 30, то второй стол на 30 вы открыть не сможете. И это касается всех четырех матриц. Итак, вы решили зайти с 15 долларов. Вы оплачиваете свое бизнес-место за 15 долларов и 5 долларов. Это единоразовый взнос, который мы платим при регистрации. Все, больше мы ничего компании платить не будем. В рублях это примерно 1500 на данный момент. Затем вы пригласили своего первого партнера. Он внес свои 15 долларов. И эти 15 долларов заморозились. Они никуда, нигде у вас не будут отображаться. Они просто будут лежать у вас как бы во внутренней копилочке. Это у нас матрица накопительная. Мы здесь не зарабатываем, мы здесь копим на вход в матрицу за 30. То есть, чтобы нам не со своего кармана покупать, да, за 30 долларов, бизнес-место. А мы зашли за 15, здесь мы поработаем, накопим и зайдем уже как бы с 50% скидкой в стол за 30. Итак, у вас пришел второй партнер, внес свои 15 долларов, и у вас накопилось 30. Вам тут же автоматически покупают бизнес-место в столе за 30. Затем ваши партнеры точно так же приглашают по два партнера. Кто из них вперед пригласит, тот и первый придет к вам стол за 30. Например, вот этот закрыл и приходит к вам в левое плечико. Это наши плечики. Сюда он прийти не может, сюда не может. У нас система автоматически распределяет всех людей сверху вниз, слева направо. Когда второй ваш человечек закрывает свою матрицу, здесь уже есть выбор, куда он встанет. Автоматически он, конечно, встанет сюда, да, слева направо. Здесь у вас первое свободное место. Но здесь у нас есть такая возможность, мы можем поставить вот здесь бронь и направить своих лично приглашенных по своей броне, только лично приглашенных. Вы ставите здесь бронь, и ваш партнер приходит сюда, и вы сразу же получаете выплату 30 долларов. Так как в семиместных матрицах мы уже начинаем зарабатывать, и нижний ряд – это наши деньги. То есть вот с этих двух мест мы ничего не получаем, так как это низ другого партнера. То есть вот здесь вот над вами стоит человечек, и если мы прорисуем его матрицу, вы увидите, это его низ, и он с него получает деньги. Мы получаем деньги с нашего низа. Все, поэтому нам может быть выгодно поставить своего партнера вот сюда, чтобы получить выплату. Но если вы не уверены, что вы сможете пригласить еще одного партнера в ближайшее время, да, сюда, в плечико, тогда поставьте лучше его сюда. Пусть он встает сюда, и уже равномерно, сообща, вы заполните вашу матрицу. Тут же они будут приглашать своих партнеров. Потом, когда его партнеры или его партнеры, да, заполнят любой, вот сюда может прийти партнер или сюда, вот в левое плечико, да, сначала приходят люди. Например, вот этот партнер закрывает. И приходит к нему сюда, к своему спонсору. То есть он не придет к вот этому. Он придет за своим спонсором. Вот сюда. Приходит за ним сюда, и вы получаете выплату.
30 долларов. Все, вы вернули то, что вложили, 20 долларов, и 10 долларов уже заработали. Когда второй партнер приходит сюда или сюда, может прийти, закрывает свою матричку, приходит, вносит свои 30 долларов, и эти 30 долларов делят пополам, 15 замораживаются, они идут вам в копилочку, будут копить на вход в матрицу за 75. Другие 15 долларов, они идут к вам на баланс клонов. То есть компания дарит вам 15 долларов, чтобы вы могли купить себе стол за 15. И вы можете им управлять. То есть вы можете, хотите, можете сразу его создать и поставить сюда к себе в стол. Хотите, можете чуть позже его купить. То есть смотрите, когда нужна будет помощь, и тогда активируйте. Например, пока вот у вас никто, да, не пригласил, а потом, например, раз вот этот партнер и пригласил одного. И вы понимаете, что если вы вот сюда поставите себя, да, свое бизнес-место, это такое же бизнес-место, как и вот это, вы вот сюда заходите к вот этому партнеру, ставите здесь бронь, идете, создаете клон и прилетаете сюда. У него закрывается матрица, и он летит к вам сюда. То есть вы помогли ему закрыть матрицу, а он помог вам закрыть ячейку, да, в вашей матрице. Внес эти 30 долларов сюда. Они заморозились, копят вам. Затем вот этот партнер закрывает свою матрицу и прилетает сюда. Все, ваша матричка закрылась на 30. У вас накопилось 30, 30 и 15, 75 долларов. На эти 75 вам покупают стол за 75. Затем ваши партнеры также, вот эти продолжают работать, переходят постепенно сюда. И у ваших партнеров также закрываются их матрички. И они приходят за вами. У вас закрывается матрица. Вы опять накопили 75 и 75. Трехместные у нас копят. 75 и 75, 150. И вам покупают бизнес-место в столе за 150. Затем ваши партнеры также сюда переходят вот эти. И ваши партнеры закрывают свои трехместные матрички. И опять приходят к вам сюда. Здесь происходит то же самое. Хотите, ставите бронь сюда. Хотите, сюда направляете. Ну, направим его в плечико все-таки, да? Затем вот здесь их партнеры также закрывают потихоньку и приходят к ним в матрицу. То есть вот сюда. Как только сюда пришел партнер, вы получили 150 долларов на выплату. Можете их тут же снять. То есть не нужно ждать, когда вы там закроете полностью матрицу. У вас может еще этого партнера не быть. Например, этот партнер пришел, и его уже быстренько пришел сюда. И вы получили выплату 150 долларов. Затем у вас пришел вот сюда партнер. Вы также получили 150 долларов. Вот сюда пришел партнер. Вы тоже получили 150 долларов. То есть в матрице за 150 мы получаем выплату с трех человек. Вот с этих трех. В общей сложности у нас получается 450 долларов. Когда вот сюда приходит человек, эти 150 долларов, их нам не выплачивают, потому что у нас матрица закрылась, и нам нужно где-то работать. И компания покупает нам точно такую же матрицу, такой же стоимостью, 150 долларов. Делает нам реинвест. Все. Затем наши партнеры точно так же переходят за нами в эту матрицу. Потихоньку переходят. Также можно звать сюда новых партнеров. То есть вы уже не сюда зовете, а в открытую вашу рабочую матрицу. Здесь уже все, эта матрица для вас закрыта. Зовете их сюда, и тем самым у вас быстрее просто закрывается. Например, сюда пришел ваш партнер, вот этот, да, сюда вы поставили новенького. Потом у вас вот этот приходит. Вы уже, он у вас уже, если автоматически встает сверху вниз, слева направо, вот сюда вот встанет и принесет вам выплату. То есть он в любом случае встанет в вашу матрицу. Только это все будет происходить быстрее. Если вы будете приглашать больше людей, то у вас просто быстрее будут закрываться эти ячейки. И вы быстрее будете получать выплаты. Ну, также вы можете двигаться и с двумя партнерами, если они у вас активные, работают. Можно, в принципе, и с двумя. Главное, два. Минимум два человека. Все, вы тут также закрываете. И точно так же получаете с первого 150, со второго 150, с третьего
а с этого реинвест. И так постоянно, постоянно у вас будет происходить реинвест, и это будет бесконечно. То есть в каждой матрице вы будете получать $450 и реинвест. И так будете крутиться бесконечно. Единственное, что когда у вас будет второй круг, вот вы первый закрыли, и у вас второй круг закрывается, первое место внизу закрылось, 150 заморозилось. Когда второе место тоже, да, внизу закрылось, еще 150 поступило, у вас накопилось 300. И на эти 300 компания покупает вам бизнес-место автоматически в программе «Автохаус». То есть она автоматически запускает вам вторую программу. То есть программа «Автохаус» – это уже такая денежная программа, она так и называется «Автомобиль, дом», да, потому что это уже здесь большие выплаты, они идут уже на большие цели. Здесь у нас деньги на каждый день, да, они у нас вот крутятся по 450, это на наши такие ежедневные траты, а здесь уже можно строить серьезные планы, особенно вот эта матрица у нас миллионник, к ней все у нас стремятся. И вот, в общем, автоматически вам покупают бизнес-место в матрице за 300. И теперь с этого момента вы будете параллельно двигаться в двух программах. То есть теми же самыми людьми, у ваших же партнеров потом точно так же автоматически. Это никак отменить нельзя. Это происходит автоматически. И потом ваши партнеры точно так же будут закрывать второй круг и переходить за вами. То есть вроде сделана одна и та же работа проделана, но в то же время вы будете уже больше получать денег. Единственное, что можно ускорить этот процесс, как делает наша команда, как делают, да, все, наверное, команды, мы заходим в эту программу самостоятельно с первого круга. Кто заходит с первых вот этих двух выплат, кто заходит с этих двух выплат, ну, там уже от вашего желания. То есть первую забираете, а с этих двух самостоятельно покупаете себе бизнес-место. И также делают ваши партнеры. Тогда, когда вы проходите второй круг, у вас первая выплата замораживается, вторая приходит, и вам хотят купить место за 300, ну, смотрят, что у вас оно уже есть, и тогда эти $300 идут вам на выплату. То есть вы эти деньги получите не здесь, а во втором круге, но зато у вас уже будет работать вторая программа. Итак, потом все постепенно переходят за вами. Здесь получается, когда внизу закрывается первое место, вы получаете $300. То есть здесь же места стоят подороже. Здесь вы уже получаете $300 на выплату. Потом, когда сюда приходит партнер, его 300 замораживаются. Когда вот сюда приходит партнер, партнеры все переходят вот сюда постепенно. Также вы сюда можете звать новых партнеров. То есть многие партнеры приходят сразу на эту программу. То есть кто хочет сразу много зарабатывать и понимает, что эта программа очень денежная, заходят сначала сюда. Так что сюда могут прийти и новые ваши партнеры. Заходят вот сюда, и у вас накопилось в общей сложности $900. 300, 300, 300. И на эти 900 компания автоматически покупает вам бизнес-место в столе за 900. Здесь происходит то же самое. Первый закрылся, вы получили 900. Эти у вас копят. Эти три копят. 900 на 3. 2700. На эти 2700 покупают вам бизнес-место. Здесь происходит то же самое. 2700 получили, эти копят. Получилось 8100. Перешли в матрицу за 8100. Все, эта матрица у нас последняя в этой программе. Нам больше копить ни на что не нужно, да? Поэтому здесь мы получаем со всех четырех мест. Поэтому эта матрица называется миллионником, потому что здесь самые большие выплаты, и все стремятся к этой матрице. То есть получается, у вас здесь закрытость, вот здесь закрывается, вы получаете 8100 долларов. Когда вот здесь закрывается место, здесь вы получаете 7200. Почему меньше? Потому что на остальные 900, ну здесь же место стоит 8100, сюда по идее внесли 8100, когда зашли. 7200 вам ушло сразу на выплату, а на $900
вам покупают три клона. Три клона, стол за 300. То есть вас запускают заново, с самого начала, чтобы у вас этот процесс не останавливался. Единственное, что первый клон летит в матрицу за вашим спонсором, дает вам матричку, да? У вас открывается новая семиместная матрица. Вот так встали. А остальные два клона вы уже можете ставить сами. Как хотите, так и ставите. Можете поставить их вот так сразу и получить выплату $300. Все. Когда приходит вот сюда партнер, вы также получаете 7200 и 3 клона. Один клон также летит за спонсором, а два остальных управляемые. Затем, когда вот сюда приходит человек, здесь вы получаете чуть больше 7500 и 2 клона. И также у вас получается, что первую матрицу вы закрываете уже только своими клонами. А потом ваши партнеры точно так же закрывают и получают также клонов и летят за вами, так как это ваши партнеры. И этот процесс прохождения второго круга, он уже намного быстрее. И здесь выплат получается 8 раз больше. То есть вы же идете теперь не одним местом, а у вас их 8. И каждое место ваше пройдет через вот эти выплаты. Через вот эти все выплаты. И также каждое место получит по 8 клонов. То есть получается в этой матрице мы заработали, если вот это все суммировать, получается $30 000. И 8 клонов. Вот такой вот денежный маркетинг у нас в этой программе Автохаус. Так, еще я хотела проговорить, что вот здесь же мы получили клона, и он у вас продолжает работать. Также идет вот этот круг. То есть вы заполняете также матричку, переходите в стол 30. Единственное, что вы вот здесь же вы клона направили в свою матрицу, а здесь вы улетаете за спонсором. Когда вы закрыли стол и вам покупают бизнес-место в матрицу у вашего спонсора. То есть вы не к себе прилетаете, вы прилетаете к спонсору. У вас будет новая чистая семиместная матрица. Не под вами. Потом вы ее закрываете, также получаете $30. Также получаете клона опять. Опять же сюда можете его направить, куда вам нужно. Закрыли ее, перешли в стол за 75. Также этот стол за 75 летит за спонсором. Ну, вот это бизнес-место открывается в матрице у спонсора, не у вас. Затем она заполняется, 75-75, у вас накопилось 150. Накопилось, система идет, смотрит, хочет купить вам стол за 150, а у вас стол уже есть. Второй раз покупать стол за 150 не нужно. Поэтому эти $150 идут вам на выплату. То есть получается, что клон каждый раз будет проходить. Вам же каждый раз выдают нового клона. И он будет проходить вот этот круг, получать $30 в этой матрице и в этой 150. То есть будет $180 дополнительного дохода. То есть получается, если вы один раз зайдете, внесете $20, вы откроете себе 3 потока денег. Это круговорот в маленьких столах. Это постоянный реинвест стола 150 и программа Автохаус. Там тоже бесконечный такой круговорот. Ну вот и все. Кому интересно, заходите на мой канал в Telegram. Ссылку я оставлю в описании. Там много информации о компании. Читайте, изучайте. Пока-пока.